нашла. Снимаются все маски, голограммы фантом предстает в первозданном виде. Согласно своему эфирному коду ДНК, выходит из биоробота, становится рядом. Если в биороботе еще находятся копии, голограммы, чужеродные артефакты, они сейчас выходят, становятся рядом. У него одна тонкая копия, голограмм нет, но вокруг головы такой, как ореол, какой-то, как колпак. Колпак. Хорошо, защищаем физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Владимира в защитный скафандр на время работы и вместе с тонкой копией Владимира поднимаемся в комнату диагностики. Здесь. Хорошо, мы приветствуем Владимира, интересуемся, готов ли он к диагностике, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Он показывает на этот колпак. И я даю команду, значит, 3, этот колпак силой моего намерения отправляется в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Ему больно. Почему? Как подсоединен к току этот колпак. Хорошо, я сейчас подхожу. Влад, а разрежь связь сейчас лазером. Эти каналы разрежь. Готово. Отлично. И я от этого колпака выстраиваю канал, и по этому каналу притягиваются все ответственные за этот колпак. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Нахожу их по их ДНК, притягиваю, где бы они ни находились во Вселенной. Становятся моими заложниками. Он сейчас головой трясет, говорит, что со мной. Да, вот такая ситуация. Сейчас будем разбираться, Владимир, не беспокойтесь. Для этого мы здесь и собрались сегодня. Женщина. Это она ему колпак поставила? Это магия у или что? У нее к рукам идет. Колпака вот от этого светлый такой, как свет он, с синеватым оттенком. Хорошо, она в клетке замерла сейчас. Колпак у нас находится на месте. Поехали дальше. И я даю команду на сканирование. Владимир становится в сканер. И сканер на счет 3 начинает сканировать. Пространство над головой, под ногами. Сканер начинает сканировать. Находит все. У него демон. Поехали, демон. Какой? 12. Хорошо. Дальше. Синий дракон. Угу. Да. Гуманоид. И гуманоид. Ты посмотри, а эта женщина еще тоже там же стоит, да? Но она какой-то... Это не голограмма, Вера? Духовный учитель. А, духовный учитель, который одел колпак человеку, которому идут нити, да? Ну, вот энергетические нити, она как связь из рук у нее идет, как, ну, с ними. Что-то, вот она как манипуляции руками делает, и у нее вот эти вот энергии выходят к этому колпаку вместе со словами каким-то. Я не знаю, если канал про астероиды от нее еще кого-то найдем. Может. Хорошо, как ее зовут? Я обращаюсь к ней. Она хотя может и ложное имя назвать. Как тебя зовут? Женщина. Она говорит Валентина и смеется. А что ты смеешься, Валентина? Ты знаешь, куда ты попала? Ты знаешь, где ты находишься? Здесь уже не смеются. Так ты знаешь, где ты находишься? Она сейчас поворачивается, смотрит. Сперва от нее шло, что вас тоже подсоединю. Потом она начала смотреть. Да, нас подсоединить. Посмотри внимательно на нас. Посмотри. И Влад, просканируй. Есть у него магическая защита? 1, 2, 3. Просканируй лазером. Она вся в этих энергиях. Вся эгрегориальных. Эгрегориальных, да? А это защита идет или что? Это то, что ей дает. Космически. Подожди, это то, что ей дает смысл и материальный доход. Отлично, ладно, хорошо. Ты со своим материальным доходом, ты твой колпак. Хорошо. Так, одевай ей колпак на голову. 1, 2, 3, не может снять. Пусть там висит у нее на голове. Включая на полную мощность, пусть работает. Пока мы здесь работаем. Она говорит, останови много мне этих энергий. Да, ну тогда половину. Я и так вся в них. А, хорошо, стоп. Ладно, стой в колпаке. Так, снимаются все маски и голограммы для всех, кто находится в клетке тюрьмы. 1, 2, 3. Гуманоид, откуда ты? Что ты здесь делаешь? Присматриваюсь. Присматриваюсь. Как долго ты находишься в биополе? Откуда ты пришел? Я, во-первых, я тебя спросил, ты мне не ответил. Но он показывает свой летательный объект.
Гуманоид, я тебя предупреждаю, это уже третий раз. Если ты мне сейчас не ответишь, откуда ты пришел? Сириус. Сириус. Значит, ты кто? Ловец душ? Можно и так назвать. Можно. Я бы сказал чистильщик. А что ты чистишь? От кого? Расскажи мне. Чистильщик — это я. Я чищу мусор. Такой мусор, который стоит в клетке. Сущности чищу. Человека чищу с божественной душой от сущностей и интерферентов, которым ты являешься. Итак, кого ты чистишь, расскажи мне. Но он показывает вокруг себя в клетке и говорит, когда они его окончательно добьют, и он потеряется, тогда я легко извлеку его сущность. Он показывает, что он как свой план, как ловит сеткой душу в сетку и уносит к себе вот в этот корабль. Я вижу. А корабль какой? Круглый или пирамида? Пирамида. Пирамида. А ну, считай цифру у него над головой. 1, 2, 3. 82. Так он не главный совсем на пирамиде. Он даже не командир корабля. А ну, интересно, мы можем перетянуть пирамиду сейчас? Я даю команду. Это не его. У него есть определенный круглый, такой овальный какой-то. Ну, как у Греев, понятно. Маленький. Да, перелетный. Перелетный. И пирамида не принадлежит ему. Понятно. Итак, гуманоид, как долго ты находился в биополе? Месяц. 1 месяц. А ты знаешь, гуманоид, нас знает в ваших мирах. Не знаю, как ты так спокойно стоишь, даже не подозревая, с кем ты сейчас разговариваешь, и какие, в принципе, за это действия идут. Хорошо, обращаясь к синему... Он говорит, я же не к вам подсоединился. Ну, это был бы твой смертельный приговор. Начнем с этого, потому что там я не разговариваю. Вот. Но тех, кто к другим подсоединяется, ловцов душ, для тех у нас всегда сюрприз в конце есть. И они его надолго запоминают. Синий дракон считает цифры над головой. 3, 0, 7, 1. Тут кто-то, по-моему, кто-то мне что-то не договаривает насчет этой энергии. Если дракон 3071 сюда прилетает, это случайно не первородные энергии, это случайно не ангельские энергии. Я сейчас сразу спрашиваю, потому что если я это обнаружу без вас, каждого накажу. Но идет какая-то информация, что должно быть его намерение включено. Для чего? Намерение должно быть чтобы его. Узнать, какая он душа. Хорошо. Владимир, вы желаете узнать, какая вы душа? Изъявите намерение. Но он пока не понимает. Он говорит, что я хочу очиститься, и я сам пойму, какая душа. Все понятно, человек не готов. Хорошо, все понятно. Поехали дальше. Так, и дракон, сколько ты сидел в его биополе? 7. 7 лет. Так, демон, как долго ты находился в его биополе? 2. 2 года. И вот это с колпаком на голове, как долго ты находилась в этом биополе? Когда ты подключилась на отток энергии? 1 год, но на отток энергии 6 месяцев. Понятно. Но ты знаешь сама, что ты делаешь. Тебе это понятно, что ты человека уничтожаешь, воруя у него энергии, убивая его, высасывая и отдавая эту энергию ящерам. Ты знаешь, что ты делаешь вообще? Я просто хочу уточнить. Ты осознанно это делаешь? Сейчас она подозревает. Начинала она за любопытство. Сейчас подозревает, что она подключена куда-то. Материальное перевесило. Вот. Но дело это не самое страшное материальное. Самое страшное, что ты чужие души, другие души уничтожаешь этим своим действием. Поэтому тебе придется по-любому когда-то нести за это ответственность, если не дай бог у людей их планы в этой жизни из-за твоих манипуляций, если они не успеют сделать какие-то свои дела, или у них здоровья не хватит и так далее. Она говорит, что я ничего не могу сделать, я уже погрязла в этих энергиях, и все, к чему прикасаюсь,
распространяю. Да, ты становишься токсичной для всех. Поэтому, если у тебя есть намерение, хотя ты никогда не узнаешь о нас. Вот, мы могли бы тебе, конечно, в этом помочь, но не будем это делать из соображений этики. Хорошо, все. Переходим к процедуре реверса энергии. Я получил первичную информацию, буду сейчас спрашивать дальше. И я даю команду. Она боится, что если она откажется от этого, то она, во-первых, она потеряет свой статус. Угу. А во-вторых, материальное положение, она боится это потерять. Статус и материальное положение – это вещи, которые, ну, скажем, 20-30 лет жизни, сколько тебе там осталось, сколько тебе лет сейчас. Вот. И после этого начинается вечное мучение. Ты продаешь свою душу, ты уже ее продала практически. Это не что иное, как продажа души дьяволу, демону, который рядом стоит, 12 Герцу. Это тот же самый контракт, который ты заключила. Вот. Поэтому здесь тебе только решать, куда ты пойдешь. Пока ты живая, у тебя есть право выбора, но если ты будешь дальше продолжать подключать людей, заражать их этими энергиями, то я боюсь, у тебя будет очень... У нее есть планы, ей показали, куда она пойдет. Уже показали, да? Это то, что показали, это ложь. Ее поднимут на ступень выше. Выше где? В аду? Это космические миры. А что ты взяла, что ты туда попадешь? Ты знаешь, что твой контракт... Показали. Это ложный контракт, это голограмма. Они не заинтересованы в тебе. Им нужна ты здесь. Там ты им не нужна. Они тебя обманут, как они всех обманули. Мы разговаривали только что, вытаскивали человека, которому ты тоже была подключена, вернее, ваш вот этот эгрегор. Вот. И разговаривали с... ящером, который стоит за этими энергиями, который откровенно нам сказал, что мы посылаем вместо канала космоэнергии, мы посылаем, наш канал очень похож, но уходит совсем в другую сторону. Мы обманываем людей, мы лжем. Так вот скажи мне, почему ты должна быть какое-то исключение? Ты подключаешь людей к ложной энергии, которую эти сущности у них потом воруют. Как ты отработаешь, они тебя выкинут. И заберут у тебя все. И здоровье, и деньги, и все остальное. И счастье в жизни. У тебя есть только возможность изменить, пока ты живешь. Если ты откажешься от этого пути, чего бы оно тебе ни стоило, ты спасешь свою душу. Если ты будешь спасать свою репутацию и деньги, ты потеряешь все. Хорошо, мне больше нечего говорить. Мы реверсом начали или еще нет, Вера? Нет. Что-то я заговорился. И даю команду тонкой копии Владимира спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственным после форм пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Владимиру. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Так, значит, этот колпак полгода находится или год находится в биополе Владимира? Ну, он, знаешь, вот показывает, как потихоньку начинался. Ага. То есть вокруг него он нарастал, и потом как куполом закрылся сверху. Да. Лоб вот по кругу вот так оттуда начинал. Я вижу, по кругу как головы, вверх. Как шапочку вяжет, вот так вот я вижу. Да, примерно так, только это энергии такие светлые. Да. Да, все-таки осознанность – это сила. Хорошо, и устанавливаются фильтры золотой сеточки на все каналы, и в порядке реверса Владимир забирает чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные, чистые, 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает. Владимир себе обратно, он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Демон, а на что ты зашел? 2 года назад, объясни мне. Тебя приглашал кто-то? Ну вот что он показывает картинку. Кровать. И он как перекатился из кого-то. Из одного тела в другое перешел, да? От женщины? Перекатился именно.
перекатился от женщины. Да, вот он показывает, он с одного поля в другое катается, остается у него. Ты просто зашел на новую энергию, а та, которая была в той, ты жил до этого, правильно, женщина? Да. Но они близкие расстояния могут свободно преодолевать. Сколько тебе надо метров, чтобы перейти с одного человека в другого, демон? Метр, полтора или два максимум? До пяти. До 5 метров? Вау! Вообще никаких шансов у человека нет. Понятно, хорошо, все, смотрим реверс, как у нас там? Реверс закончен. Хорошо, все, значит, дракон сейчас синий выходит и достает все свои платы, все подключки, ничего не забывает и возвращается назад в клетку. Готовится. У него в синем теле. У меня 3-й глаз, да? Да, там плата у него. Это ты ему там показывал всякие картинки, да? Показывал. И человек думал, что он 3-м глазом работает, а он смотрел, оказывается, картинки дракона, правильно? Да, показывал. И забрал он голубое тоже тело, он снимает. Что он снимает с голубого тела? Подключки от платы. Хорошо. Так, демон. У нас лярва есть там на теле? У него лярва от виска к виску идет по голове. Вау. А от чего это лярва, демон? Давление. Давление от чего? От колпака? Да. Вот так вот. То есть вот это давление, оно проецировало мысли разные, которые вокруг головы оседали и дальше не шли. Слушай, демон, а вот так вот чисто из интереса, тебе разве вот это вот, которое колпака делала, она тебе не интересна? Ведь, по идее, ты должен в ней сидеть, потому что она занимается такими подлыми делами. Как-то удивляет, как вы совместно работаете, не знаю, друг друга. Вернее, ты-то ее знаешь, она тебя нет. Но она тебе помогает лярву сделать. Или у нее в ней сидит демон какой-то. Говорит, что ты удивляешься. Другой космический вообще стоит, ждет, пока ломается. Гуманоид, в смысле. Ну да, это понятно, конечно, да. Хорошо. Хорошо, демон, давай, выходи сейчас, снимай все, что ты оставил в ее биополе. Как все снимешь, стой рядом и доложишь мне. Я потом тебе дам команду и снимешь лярву. Заберешь. Что он там, носочки одел? Чуть повыше. У него под качели. Ногами коврик красный и ленты на ногах. Коврики, ленты. Понятно, хорошо. Руки там чистые. Есть перчатки. Снял. Хорошо, я тебе разрешаю забрать эту лярву, которая у него на голове находится. Снимай осторожно. Ничего не оставляй. Да, готов. Хорошо. Так, гуманоид, что у тебя осталось в биополе Владимира сейчас? Что там находится? Он показывает. Было немного энергии. Ага. Крюк какой-то есть в области поясницы. Хорошо. И я даю команду, значит, 3. Владимир включает внутренний белый свет, я помогаю ему, и на счет 3 начинает выдавливать из себя все чужеродные артефакты, чужеродные энергии на чистоте гуманоида, на чистоте синего дракона, выдавливает чужеродное из всех 7 тонких своих тел. Вместе с этим уходят и негативные энергии, патогенные энергии и любые артефакты, которые могут еще находиться в биополе. Шар останавливается автоматически, когда все выйдет. Готово. Большой шар? Мяч. Мяч. Отлично. Открывается под ним портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Он летает в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Хорошо. И на счет 3 я даю команду на рассинхронизацию энергии Владимира с энергией этого эгрегора, с энергией демона, с энергией синего дракона и с энергией гуманоида. 1, 2, 3. Начинается рассинхронизация. Каждый забирает до последнего микрона свои энергии до числового значения 100%. Владимир забирает у них все свои энергии. Ну, энергии они отдали уже. Хорошо. Идет, знаешь, как... прозрачные нити рассинхронизации. Да, как раз... Разлипается. Да, можно так сказать. Готово. Так, хорошо, я подхожу сейчас к Владимиру, помогаю ему своей энергией произвести высоковибрационный шоковый удар и сжечь все каналы к интерферентам на счет 3. 1, 2, 3, удар. Сжигаются все каналы,
Открывается портал в галактическое ядро, эти каналы улетают в галактическое ядро на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, все, они нам больше здесь не нужны. Значит так, демон, я объявляю всем, значит, вы в это тело больше не входите никогда, потому что мы будем его проверять. Если человек нам сообщит об изменении своего состояния после чистки, через 10 минут я достану любого, кто будет находиться в его биополе. Всем понятно? Да, понятно. Найдете себе новое место обитания. Хорошо, демон, готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. 1, 2, 3. Демон забирает все, что он с собой принес, забывая дорогу назад и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя и став огненную пентаграмму. Готово. Синий дракон, от тебя я хочу слово синего дракона, что ты больше никогда в это биополе не придешь, иначе ты встретишься со мной. Ты хочешь меня видеть? Слово синего дракона дает. Хорошо, меня это устраивает. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. Синий дракон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Хорошо, что с этой женщиной с колпаком делать? Он пусть пока постоит. Хорошо, я делаю запрос в энергоинформационном поле. Ли, пожалуйста, выйди на связь. Слушай. Приветствую, Ли. Гуманоид Сириус, ловец душ, около месяца сидел. 82 уровень. Берем. Хорошо. Ну, кричит, я ничего не сделал. Уже сделал. Если ты здесь находишься... Она говорит, что вот и заберем, пока ничего не сделал. Отлично, благодарю, Ли. За сотрудничество. Поехали дальше. Так, включаем высокое. У нас что-то в клетке осталось? А, это женщина это. Хорошо, женщина. Валентина, или как тебя там зовут? Мне, в принципе, без разницы. Я тебе сейчас пару слов еще на прощание скажу. Ты будешь помнить о нашем разговоре. Тебе будут смутные такие догадки, что ты что-то делаешь неправильно. Ты начнешь разбираться и увидишь, и поймешь, что ты... черную энергию распространяешь. И после этого ты переосмыслишь свою жизнь. Если ты сделаешь неправильный выбор, твоя душа уйдет навеки в нирвану, никуда, в черноту. Но не на планету криптилоидом. Тебя здесь обманули. Ты все поняла? И на счет 3 открывается против часовой стрелки портал на частоту этой женщины. 1, 2, 3. Она со своим колпаком улетает на свою частоту. 1, 2, 3. Включаем ей еще колпак. Пусть работает там. Освещает ее. Она смеется просто. Я думаю, она знает все прекрасно. Ну, пусть смеется. Отлично. Такое от нее идет. Она догадывается. Я ничего не могу сделать против того, если бы это была... незаконная подключка, это была подключка, санкционированная самим Владимиром. Соответственно, она исполняла свою работу. Для этого та же самая ведьма. И то же самое они получат, как и ведьма. Все, ушла, да? Да. Клетка пустая сейчас? Да. Включаем высоковибрационные фиолетовые лучи и выдавливаем все из нашей комнаты негативное, что осталось, выталкиваем за пределы этой комнаты. Остается только твоя энергия, моя и Владимира. Готово. Поехали по частотам. Переходим на частоту магическое воздействие, если таковое есть или было, проявляется. Но она опять выходит, эта женщина, в этом коконе. То есть вот этим коконом у нее такая сила, она на людей, она как паучиха, ее раскидывает уже. Фантомная такая она уже. Ну правильно, она ему мозги колпаком. Она вышла на магию. На магию я могу ей, в принципе, уже на нее воздействовать. Это фантом. Это фантом от нее остался? То есть она, получается, производила еще какие-то магические манипуляции, если она на магию вышла? Добавляет свое туда, да. А, ну хорошо. И я притягиваю от этого фантома канал и притягиваю ее опять в комнату диагностики. 1, 2, 3. Она себя чувствует всемогущей. Вот это и было, то, что она смеялась. Статус потерять свой не хочет. А, хорошо. Она считает, что она может управлять людьми с помощью энергии и
Ну, дополнительно она вмешивает туда еще свои ритуалы. Хорошо, значит, она применила магию. Она в клетке сейчас? Да. И я достаю свое магическое кольцо, значит, 3, 1, 2, 3. Открываю ее и дую на нее. 1, 2, 3. Этот порошок покрывает и стирает ей полностью всю память. Полностью. Вся магическая память, все, что связано с деструктивными каналами, с воздействием на других людей, любые ритуалы, любые магические знания, все стирается. Форматирую ей память. Сила моего намерения, да будет так. А так и есть. Опиши. Но стирается она частично, потому что у нее энергии есть эгрегориальные, которые ты не можешь ей стереть. Хорошо. Я могу эти эгрегориальные энергии вытащить из нее? Только по ее согласию. Но она же его не даст, поэтому... Хорошо. Что там покрылось? На магию только, да? Но он, знаешь, показывает такую ее оболочку, и там как такие дырочки, как в костях бывают. Да, вижу. Только расширенные. И вот эти места, они... забиваются этими... Они стираются, а все остальное остается. Хорошо. Значит, мы сделали максимум, что мы могли сделать. Она, как ее зовут, она помнит? Он говорит, что это не твое дело. Да. Так, Валентина на ней... идет. Валентина. Так, и Влад, просканируй ее, покажи мне ее только магическую защиту. 1, 2, 3. Красным просканирую. Она загорается красным цветом, магическая защита. Но есть оболочка у нее. Ну, отлично. Вот это хотя бы, вот это я могу сделать. И включаю печать семи архангелов и мощнейшим потоком любви отца сжигаю эту защиту ведьмы. 1, 2, 3. Да будет так, а так и есть. Удар. Отлично. Как она себя чувствует? Все нормально? Но она в эгрегоре стоит полностью сейчас. Хорошо, все. Магию мы хотя бы это убрали. Открывается сейчас против часовой стрелки портал на ее частоте. 1, 2, 3. Она улетает на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Все, поехали. Переходим на частоту неупокоенной бесплотной души. Чисто. Переходим на частоту бесплотной подселенцы. Чисто. Переходим на чистоту негативный эгрегор, мешающий жизни, судьбе и здоровью физическому и энергетическому. Ну, тут должно есть. Быть. Эгрегор есть. Конечно, хорошо. Так. Он готов от них отказаться? Сжигаем, говорит. Абсолютно правильное решение. Я подхожу сейчас к Владимиру, кладу руки на плечи, помогаю ему моей собственной энергией, и мы вместе формируем импульс высоковибрационного шокового удара и отсекаем от себя все негативно воздействующие на жизнь Владимира, здоровье его и биополе эгрегора. 1, 2, 3. Пошел мощный удар. Сжигается все эгрегора. Готово. Открывается портал в галактическое ядро, и они улетают в галактическое ядро на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Отлично, мы закончили чистку. У нас остались еще 10 вопросов к куратору. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю к нам в комнату куратора или учителя Владимира. Куратор или учитель Владимира, прошу, придите к нам в комнату диагностики. Мужчина. Снимаются все маски и голограммы. Мы приветствуем куратора или учителя Владимира. Представьтесь, пожалуйста, как к вам обращаться. Мэтт. Мэтт. Уважаемый Мэтт, мы приветствуем вас. Вы куратор или учитель Владимира? Куратор, но он больше как-то друг. Что ли? Понятно. Хорошо. Уважаемый Мэтт, меня зовут Влад, это Вера. Мы сейчас проводили по чистку Владимира, по его волеизлиянию, аннулировали всякие неприятные эгрегоры, которые в нем находились, и других подселенцев. Сейчас он чистый, мы его заправили энергиями. В процессе работы мы узнали, увидели, что ему поступает энергия Марса, которой он может защищаться. И он написал 10 вопросов, которые захотел задать своему куратору.
Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Да, он ответит. Замечательно. Тогда я начинаю с первого вопроса. Прошу прощения, Мэтт, вы тоже с Марса, да? Да. Хорошо. Первый вопрос. Мое предназначение на Земле и правильно ли я иду? Он говорит, что ты... я не могу с ним синхронизироваться, потому что он... у него энергии вот эти красные, он даже прикрывает их такими одеждами какими-то темными. А, чтобы как, не воздействовать на нас, да? Как мешковина, вот такая, как лен, что-то такое одеждой прикрывает. Мы можем защиту поставить, если на тебя идет воздействие какое-то. Нет, воздействие не идет, но синхронизироваться с ним я не буду. Нет, не надо, считывай тогда информацию, или пусть он говорит. Он говорит, что ему нужно больше обращать внимание на то, что кто он внутри, и подружиться с самим собой в первую очередь, а он больше ждет защиты извне. То есть у него есть огромная защита, которую он может сжигать. Все негативно на него настроенные. Энергия. Вообще, да, извне. То есть это эмоции будут или хитрость какая-то, или что бы ни было, он может это сжигать. Отлично. Это только у марсиан такое есть, да? Такая энергия красная. Он говорит, что у всех есть своя какая-то защита. Мы знаем. Мы просто первый раз встречаемся сейчас с представителями Марса. Я сам с Плеяд, а Вера из другого созвездия. Нам встречались и души из Андромеды, и Венеры. А вот первый раз мы встретились с Марса. Просто мы заметили, у каждого своя, безусловно, защита есть. Я поэтому и переспросил. Такая красная защита именно у представителя Марса тогда. Правильно получается? Могу представить, как здесь интересно у вас. У нас очень интересно. Мы уже сотни кураторов видели со всех уголков Вселенной, скажем так, очень интересные. И первородные энергии к нам приходят, и ангельские энергии. Межгалактическое место встречи. Абсолютно верно, абсолютно верно, уважаемый Мэтт. Хорошо, значит, его предназначение, как вы на этот вопрос ответите на Земле? Какое у него есть предназначение? Ну, он как-то говорит, что предназначение есть у всех, но в первую очередь предназначение – это жить. И вот как раз жить он забывает. Благодарю вас. Он показывает, что он сам, ну, как наполненный сосуд, да? Да. А он ковыряется, как сказать, в отходах. Понятно. И забывает, что у него внутри клад внутри находится, а он на мелочи обращает внимание, вместо того, чтобы сконцентрироваться на то, что уже внутри есть. Он говорит, что его задача на Земле, я не могу сказать, иначе она потеряет смысл. Конечно. Давайте тогда закончим этот вопрос с кармическими узлами. Сколько кармических у него узлов в этой жизни и сколько ему еще осталось пройти? И тогда можно... Пять прошел, три осталось. Все-таки 8 узлов – это довольно развитая такая душа должна быть, если она так много... Нет, всего 5 он прошел. Всего 5. Понятно. Значит, тогда 2 осталось. Да. Благодарю вас. На каком уровне, второй вопрос, находится мое высшее «Я»? Он как-то показывает, что у всех есть своя шкала развития. Давайте остановимся на 10. На 10. Хорошо. Нам это достаточно. Конечно, у каждого своя шкала развития, и кроме того, еще есть много различных шкал, по которым это все рассчитывается. Мы с этим тоже встречались, и по одной шкале может быть 10, а по другой даже 12. Хорошо, но 10 это вполне достаточно по этой системе, по которой вы считали. Благодарю вас. Я продолжаю, уважаемый Мэтт, или вы хотели добавить? Хорошо. Третий вопрос. Мы, в принципе, уже ответили, откуда моя душа, земная или космическая? Он говорит, что это уже понятно, что наше происхождение души – это Марс. Давайте тогда я про шкалу немножко добавлю, что у каждой планеты, да, или же созвездия, или звезды, или места, где родилась душа, есть своя шкала. Это значит, чего он добился в своем месте. По шкале этой. Планеты, да, и есть шкала, которая... значит, развитие души общее, то есть а там, где высшее я находится.
Вот некоторые это да. люди думают ошибочно, что у них два высшего я, принимая, значит, место происхождения души и общую шкалу развития души. Ну, что у них два высших я, и там, и там. На самом деле общая шкала и обозначает развитие высшего я. А так как душа проходит опыт, получает на разных планетах, созвездиях, галактиках, измерениях и так далее. Ой, как интересно. Мы, честно говоря, я не знал этой информации. Так это получается, значит, у него есть высшее «я». Мы, теоретически, если бы у него было желание, мы могли бы подняться, пообщаться на 10 уровне с его высшим «я». Но, кроме этого, у него есть еще одна часть высшего «я», которая... Не только у него, у всех. У всех часть высшего «я», а есть определенная шкала его развития именно для душ, которые произошли на Марсе, пошли, как сказать, произошли. В общем, души с Марса имеют, души каждой планеты, звезды, созвездия имеют свою шкалу. Согласен. И совсем другие цели и задачи, как на других планетах, я это все понимаю. Но я также понял, что после всего этого, после ухода из Земли, есть еще какая-то другая общая шкала, по которой этот опыт это на Земле высшее будет... Я. Это и есть высшее Я. Но высшее Я всегда получается одно, но у него просто две получается как бы разные цифры. Одна по душе, по уровню развития души на этой планете, а вторая, так сказать, в общей категории. Правильно? Он говорит, что я могу объяснить немножко земными мерками, чтобы вы поняли. Пожалуйста. Например, человек родился в одном городе, и он остался там жить. И он может добиться самых больших высот и стать, например, главой этого города. Угу. Он говорит, что я сейчас не беру внешние факторы. Я понял. Говорю только... провожу параллели, чтобы вы поняли. И это будет то, кем он стал в этом городе. Но если человек уехал из этого города, например, лучшие условия жизни, а представим, что это другая страна, для его города, тех, кто там живет, он будет выглядеть, что он достиг лучших, высших высот для этого города, но в своей стране, куда он переехал, он начинает с первого уровня строить свою жизнь. Благодарю вас, это такой интересный ответ. И каких высот он достигнет, зависит от него. Он может оставаться на первом уровне, и он может взлететь выше тех, кто родился в стране, куда он переехал. Вот здесь, потом он может переехать еще куда-то. Чтобы вам было понятно, также души меняют планеты, но уровень того развития, общий уровень развития души – это то, где высшее «я», то, какую осознанность душа получает, опыт развития, посещая разные планеты, в вашем случае города и страны. И для самой планеты, это как для города в вашем случае, кто-то остался на своем уровне развития, кто-то получил развитие выше. Благодарю вас за такой развернутый ответ. Все понятно, никаких вопросов. Не уверен, что вы поняли все правильно. Я понял, и Вера поняла, и я уверен, что Владимир тоже понял. Это вполне нормально. Я не буду сейчас пересказывать все, что вы сказали, но мы поняли. Я немножко вам показал глубину. Глубина. Кроме шкалы я вам показал глубину. Не знаю, но не уверен, если это понятно. Ну, конечно, понятно. Если человек на Земле был хорошим музыкантом, переезжает в такую страну, где одни самые лучшие музыканты, причем виртуозы. Вот. Там, где он был на Земле, он был первой скрипкой. А в этом хоре, в этом оркестре он становится где-то сотой скрипкой. Потому что есть еще более развитые музыканты, которые еще лучше умеют играть, которые и на своих планетах были виртуозами. Я это так понимаю. То есть это все реально относительно. По отношению к человеку, по отношению к его осознанности и к его развитию. Зависит от очень многих факторов, как на Земле, как от места пребывания души, так и от собранного опыта.
Поправьте меня, говорит, пожалуйста. Говорит, что ты правильно понимаешь. Это еще один пример, который ты привел. Замечательно. Ну, он как матрицу только показывает. То есть есть одна шкала, есть ответвление, и это все дальше и дальше, больше. Все правильно. Да. Все намного сложнее, чем у нас на Земле. Благодарю вас, уважаемый Мэтт. Я перехожу к следующему вопросу, с вашего разрешения. Продолжай. Сколько я набрал темной энергии в процессе моей жизни? 27. 27%. Благодарю вас. Пятый вопрос. Какие способности у меня есть и как их развивать? Вернее, какие способности и как их развивать? Я не знаю, что он имел в виду. Может, вы понимаете? Но он о себе задавал вопросы. Я уже сказала, что все твои способности внутри себя. Первое, что тебе нужно сделать, это почувствовать самого себя, научиться эти энергиями пользоваться, врожденными. Я бы сказала, снова родиться. Вы знаете, Мэтт, вы сейчас очень важную фразу сказали, потому что это та работа, которую мы делаем, мы людей подталкиваем к этому новому рождению. Мы их сейчас очистили от интерферентов частично, которые до 20 лет сидели в человеке. И человек, если начинает жить опять старыми привычками, не понимая того, что он всегда может находиться под опасностью подселения этих интерферентов, если не будет выставлять защиту, если не будет работать над собой, не будет над своей осознанностью работать, не будет фильтровать информацию и так далее, отгораживаясь от ненужной информации, выбирая правильную информацию, то есть работая над собой, то это, в принципе, очень быстро все назад может вернуться. Поэтому у нас действительно очень большая надежда, что после этой чистки, когда человек себя заново рожденным почувствует, что он и будет, начнет действительно абсолютно новую жизнь. Это важно. Да, это очень важно. Пока мы живем, это единственное, что мы можем сделать. Благодарю вас, Мэтт. Следующий вопрос. Как связаться с моим куратором? Мэтт, как с вами связаться? Позвать меня для начала. Я не расслышал? Нужно позвать меня для начала. Хорошо, я объясню. Владимир, вы знаете имя Мэтта. Вам надо войти в легкие состояния транса, назвать ее имя. Первый ответ, который вы услышите, это будет он. Не анализируйте, принимайте информацию так, как она идет. Попытайтесь просто установить этот диалог. Первый, кто вас услышит... Он еще показывает, что он может изнутри вот эту свою энергию красную расширять, ну, позвать сперва его, да. А потом вот эту энергию расширять до размеров, пока с ним не соприкоснется. О! И он это соприкосновение обязательно должен почувствовать. Отлично! Это будет вам подтверждением тогда, Владимир, что вы на связи со своим куратором. Кроме того, вы еще почувствуете на эмоциональном уровне состояние радости. Мы это уже проходили. Благодарю вас, уважаемый Мэтт. Если вы закончили, я пойду в следующий вопрос. Перехожу. Он еще показывает, что пока он не поймет, кто он, и не примет это, и не начнет изнутри свой стержень прорабатывать, он не сможет расширить. Он говорит, что он может, несомненно, спуститься. Ну, спуститься как? То есть по его зову он будет давать ему какую-то информацию, но самый... Не будет диалога, Мэтт. Диалога не будет. Он должен... Пик развития — это когда он сможет управлять своей энергией и сужать, расширять ее, то есть контролировать ее. Осознанно выходить на контакт именно посредством расширения этих энергий, пока они не все прикоснутся. Он говорит, что я не ожидаю, что это прямо сейчас наступит, но он должен начать. Должен сам для себя, если он хочет менять что-то. Ну, поскольку он сюда уже попал, к нашей комнате диагностики, уважаемый Мэтт, я полагаю, исхожу из того, что он уже сделал первый шаг к осознанности. Он захотел узнать о себе, он захотел с вами связаться и задать много вопросов, которые ему помогут, ответы, вернее, на эти вопросы в его дальнейшем развитии. Если человек знает, во-первых... Я буду рад, если так будет. Так и будет. Он же не первый у нас. У всех остальных получалось, и у него получится. Я перехожу к следующему вопросу, если вы закончили, конечно.
Даже. Он хочет получить от вас два совета, от моего куратора. Два совета. Можете вы ему дать какие-то два совета? Страх есть у тебя. Страх и непонимание. Где правда, где ложь. Он говорит, что тебе не надо сейчас в этом разбираться. Все, что тебе нужно, это начать с себя. Подсказки будут идти с разных сторон тебе. Ты должен утвердиться и понять сперва свою силу внутреннюю. Дальше проще будет. В том плане, что у тебя всегда будет внутренняя защита. Благодарю вас. Еще что-то хотите добавить? Нечего добавлять, пока он... Конечно. Не работает стержень. Нельзя прыгать с первого шага на третий, да есть и второй шаг. Надо все по очереди делать. Пусть делает свои домашние задания, как мы это называем, разберется в себе и все откроется. Хочу добавить, что я всегда на связи. Конечно. Благодарю. Скажите, вы в жизни знали друг друга, да? У нас пошла информация, что вы друг Владимира. Знали. Отлично. Хорошо. На Марсе. А где на Марсе жизнь-то находится? Внутри? Потому что у нас там вроде запускают к вам марсоходы, а они там падают, в смысле выключаются. Если можно спросить, конечно. Форма жизни другая. Понятно. Хорошо, не буду уходить в сторону, мы здесь по другому поводу. Благодарю вас, Мэтт. Так, восьмой вопрос. Последнее воплощение на Земле. Где я был, когда жил, чем занимался, какие годы это были? Давно жил. Забыл земные правила. Потому и тыкаешься не туда. Меняются картинки с водой, что-то связанное. Сейчас, подожди. Это Мексика. Плод какой-то, ребенок он. Он был... Мексиканский индеец. Мексиканский индеец. Какие это года у нас? Это 1058. Так подожди, я же в эти годы тоже жил в Мексике в мае. Как интересно. У меня была одна жизнь тоже, да, там. Он, значит, был ребенком племени индейского, да? Да, он показывает какие-то, как тропика, это... Да, там есть такие районы, да. А, плетет он вот эти плоты, собирает. А какой опыт он из того воплощения взял? Семья. Семья. Значит, он был хорошим семьянином, у него были дети, жена. Семья в плане племя. В плане племя, окей. И в плане того, что... Община. Помощь друг другу, доверие. Это называется у нас коллективное мышление, коллективная помощь. Вы знаете, это такое редкое, в принципе, сейчас, к сожалению, стало вещь на Земле. Я понимаю, это действительно вот ценно. Вот поэтому он путается. Да, сюда ищет. Тогда дайте ему... Находит. Дайте поэтому он должен изнутри. Свой стержень наработать. Тут мы переходим к девятому вопросу, который, в принципе, на восьмой вы уже ответили. Наиболее важная задача, цель моего воплощения на Земле. Как и у всякой души, развиваться, осознанность поднимать. Лучше не могу сказать. Мы сюда пришли опыт получать. Но у них, знаешь, как сейчас, как такое... Контакт? Контакт произошел, но контакт какой? Он, как ему, как прочитал он его мысли, то есть, когда он задавал этот вопрос, он ждал от него конкретной цели какой-то, что он скажет конкретную цель ему. Поэтому он молчал, он не мог это... определить, как это сказать, то есть конкретной цели он не скажет. Он просто показал много людей, и что нету цели у людей именно за какой-то целью, да, чтобы они пришли есть. То есть их цель — это путь. Ну, вот именно развитие души их цель. Это путь. Есть. А как она будет развиваться? Это выбор каждого.
Он говорит, что многие, кто был послан на землю для какой-то цели, ушли со своего пути. Они стали, то есть как, например, они стали знаменитыми, но не была цель стать знаменитым. Цель была, чтобы душа развилась и не с пути доброты, как он говорит, не сбилась. А многие, добившись, как вот вы задали вопрос и говорите о своей цели, потеряли душу, идя к этой цели. Поэтому я не могу ответить на этот вопрос, какая у него цель. Цель — это осознанность и выбор, правильный выбор. Благодарю вас, Мэтт. Это, в принципе, слова каждой душе подходят, живущей на земле, потому что у нас других целей нет. Мы сюда пришли работать. Мы долгие столетия стояли в очереди, чтобы попасть на воплощение. И мы сюда пришли далеко не отдыхать. Это я говорю специально просто для людей, чтобы они поняли, что это не место отдыха. Это место, где нужно работать, развиваться, над собой работать, задавать себе вопросы, искать на них ответы, а не становиться, не гнаться за какой-то земной славой, которая через какой-то короткий промежуток времени уже никто и не вспомнит, в принципе, вот. Он говорит, что вы просто не понимаете, насколько вы можете продвинуться, если вы станете осознанными, и сама планета, она насколько может продвинуться дальше. Мэтт, это все верно, но дело в том, вы сами знаете, на Земле место – это дуальная планета. Здесь есть 50% темного, может, даже и больше, 50% светлого. Приходят души как новые. Это есть ваш выбор. Конечно. Есть как молодые души, которые не имеют никакого опыта, так и души, которые уже заканчивают, возможно, свой уже эти пути перехода, потому что они уже очень сильно развились. Вот. Поэтому невозможно, чтобы вся планета получила какую-то осознанность. Тем более у нас вся планета еще тут космические на нас, и рептилоиды, и драконы, и все на нас, нам пытаются, считают нас своими рабами, жрут у нас энергии. И в принципе, вот так вот мы живем. Я не понимаю, что вам не хватает времени на все, но тем не менее я показываю лучший вариант. Это действительно лучший вариант. Так и должно быть. Нет других вариантов. Вариант только один, когда все люди осознают. Мэтт, очень интересно с вами разговаривать. Я благодарю вас за эти ответы. У меня остался последний, 10-й вопрос. Почему мои близкие стали вдруг чужими? Близкие еще не могут стать чужими. Он имеет в виду, скорее всего, наверное, изменение каких-то взаимоотношений в худшую сторону. В связи с этим я хотел вас спросить, не было ли это связано с этим эгрегором, которого мы сегодня убрали? Он подсоединился к эгрегору. Он говорит, что я опять вернусь к выбору. Пожалуйста, да, конечно. Это твой осознанный выбор и то, куда ты, как я уже сказал. Но он говорит, ты тычешься. Он как этого щенка показывает, вот он туда-сюда, слепой щенок, который не понимает, то есть он не со зла это делает, но он ищет, вот так он мне показывает. Говорит, что я думаю, что эта мыслеформа будет самая понятная и безобидная, я ни в коем случае не хочу. Да нет, вы очень хороший пример привели. Дело в том, что у нас таких вот щенков в жизни, вы знаете, очень много на Земле. И так действительно и есть. Потому что с этой осознанностью это действительно большая проблема. У нас очень небольшой процент на Земле живущих, которые сейчас начинают просыпаться. Еще он говорит, что если у тебя конфликт внутри себя, и ты не можешь понять, кто ты сам, как ты можешь найти язык с кем-то другим. Помоги себе, ты сможешь помочь другим, абсолютно верно. Он всегда показывает этот стержень. Как только ты поймешь его и наработаешь, у тебя придет понимание близких. Если они действительно близкие тебе, то ты должен их принимать, какими они есть. То есть ты должен поднять уровень своей осознанности, потому что она у тебя есть, ты можешь ее развить. Тогда
до уровня, где ты можешь принимать ошибки близких, прощать их и, ну, как бы вырасти сам, да, и уметь принимать людей, какие они есть. Мы, ну, то есть он говорит, что никто не идеален, все делают ошибки, но все реагируют по-разному на эти ошибки. Мэтт, я немного добавлю два слова, если вы позволите. У нас это называется изменить свою реакцию на какие-то определенные события. Например, если тебя что-то раздражало, просто поменяй реакцию так, чтобы оно тебя не раздражало. Вот он показывает, что без этого стержня ты не поймешь это и не будешь знать вообще, о чем ты говоришь. Все понятно. Мы опять возвращаемся к первому вопросу. Это есть осознанность. Да, это и есть осознанность. Мэтт, редко, очень интересное интервью такое сегодня с вами провели. Благодарю вас сердечно. Если вы хотите что-то мы закончили с вопросом. Если вы хотите что-то лично сейчас Владимиру от себя передать, это был бы самый лучший момент. Он благодарит за встречу. И Владимиру напоминает, что у него есть определенный защитный фантом, похожий на пламя. Ему не надо никого бояться, просто изнутри активировать его и со временем расширять. И все получится у него. Благодарю. Мэтт, у нас есть замечательная традиция в этой комнате диагностики. Все кураторы, все учителя, которые к нам приходят, всегда получают от нас какие-то подарки. Мы можем материализовать любую мыслеформу, мы можем вам показать океаны, животных, любую картину, мы можем вам самые свежие вкусные ягоды, которые у нас на Земле есть, в подарок дать. Все у нас охотно берут эти ягоды, потому что это единственный чистый экологический продукт, который, в принципе, остался. Он молнию просит. Молнию? Хорошо. Шаровую молнию? Хорошо, Верочка. Ты знаешь, как она выглядит? Примерно. Хорошо, давай тогда сделаем грозовую погоду. 1, 2, 3. Черное небо, и ты ярко, ясно видишь эти шаровые молнии, которые летают в этой картинке, и они издают специфический такой звук, как трещат. Скажите, Мэтт, у нас, в принципе, на Земле даже не все знают природу происхождения шаровых молний. Может, вы два слова себе добавите? Говорит, что я не буду ничего добавлять, но мне нравится картинка. Отлично. Я вам передаю ее на долгие воспоминания. Возьмете ягоды. Давайте мы вам покажем. Верочка, появляется твоя корзинка с самыми вкусными ягодами на Земле. 1, 2, 3. И покажи, пожалуйста, Мэду. Я не знаю, на Марсе. Он говорит, что приятно мне. Возьмете? Да, он возьмет. Замечательно. Мэтт, благодарю вас сердечно за эту помощь. Вы очень большую помощь оказали своему Владимиру, вашему подопечному. Мы очень надеемся, что он к вашим словам серьезно отнесется, проработает, найдет то, что ему нужно найти, изменит свою какую-то реакцию и, наконец, перейдет на какой-то следующий этап, новый этап жизни. Это был бы самый лучший момент, потому что он сейчас чистый, ни один интерферент ему не мешает. Он может заглянуть в свою глубь и раскрыть этот стержень, найти его, сделать этот контакт с вами. Все в его руках лежит. Должен помнить две вещи. Стержень – это осознанность, и его восьмой фантом – это защита. Отлично. Вот это два самых главных урока он и взял. И я буду рад встречи с ним. Благодарю вас. Отлично. Мы закончили. На этом месте мы будем прощаться с вами. Благодарим вас. Примите наши искренние энергии благодарности. Может быть, когда-нибудь еще увидимся. Он благодарит всех присутствующих и уходит. Всего доброго. Отлично. Все, Верочка, мы закончили. Ну как, Владимир, вы довольны встречей с куратором? Вы все поняли? Он себя, как сказать, пробует, но он как раз трогает, рассматривает, он благодарит и много чего понял сейчас. Отлично. Переосмыслите все, и все у вас будет хорошо. Как на Марсе, как говорится, и зацветут сады. Все, Верочка, мы закончили. И для усвоения энергии, вибраций,
Возвращаем тонкую копию Владимира в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем ее к каждой клеточке, каждому органу. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Но у него по биороботу как энергия растеклась сейчас изнутри. Отлично. Заняла свое место. Вокруг у него восьмой фонтан, как огонь. Вот. И хорошо, отлично. Отключайся от объекта и перемещайся в комнату диагностики. На месте.